Всем привет, вы на канале Юный Браконьер. Это мое первое видео. Кому не сложно будет, подпишитесь, поставьте лайк, напишите комментарий под это видео. В сегодняшнем видео я буду охотиться на рыбу щука. Попробуем, по крайней мере, ее поймать. Буду ее ловить соволками. Они приблизительно по 6-6,5 метров. Пока я шел снимать это видео, я уже 2 раза упал на льду. Очень скользкий лед. Сапоги Ямалы, в принципе, не справляются, но я включил шипы. Ну, все равно не особо так уж и помогают. Ну что, ребята, сейчас идем на озеро и будем искать локацию, где поставить наши соволки. Ну что, снег идет, лед трещит. Морозчик небольшой, минус 10. Было вечером минус 15. Немножко потеплело. Получается, здесь озера идут. Вот здесь такая затока небольшая. Здесь идет вот так вот течение. Ну и, собственно, рыба идет против течения. Сейчас будем ставить вот такую вот соволочку. Здесь, наверное, ячея 35-ка. Сейчас пробиваем здесь луночку и ставим, собственно. Ну что, вырубал я прорубь, лед где-то приблизительно 8 сантиметров. Вырубал 2 палки. Сейчас вы видите, зачем. Это получается, привязывается конец сетки нитка. И сейчас вы увидите, как я буду ставить соволку. Вот так получается все выглядит. Вот фиксируется палка, она об лед упирается. И вот, собственно, вытягивается вот сетка. Сейчас мы опускаем. Все. И вот так вот аналогично сейчас буду 5 соволок ставить. Буду сейчас вот здесь ставить еще одну, так перегораживать. И пойду дальше спускаться по течению, искать места хорошие. Буду ставить вот такую вот тоже сетка, 35-ка, с резью, пробита уже лунка. Сейчас поставлю и идем дальше. Так, ну что, одну я поставил, вот вторую поставил, осталось 3 соволки. Сейчас я уже иду, ветер вроде утихает, снег тоже уже не такой сильный. Буду искать сейчас места. Пошел. Еще нашел прекрасное место. Здесь течет речка, а тут уже соединяется река с озером. И вот, вот такая вот соволка, 25-ка ячья. Это уже повыше. Сейчас будем ставить ее здесь. Так, ну что, случилась небольшая проблемка. Пробила здесь лунку. Думал ставить соволку, не получается. Почему-то она начала на дно не садиться. Я пробил посередине, проверил, глубина где-то до 2 метров. Опять не садится. В общем, так выяснилось, речка забивает лед сюда, и она просто не может сесть на дно, идти на дно. То есть она замерзнет. Сейчас я буду ее ставить вот там в озере, попробую поставить. Поставил я 3-ю соволку. Здесь возле камышей таких. Может быть, и щука сюда и поймается. А я направляюсь к концу озера, буду там ставить где-то 2 соволки. Вот так вот, скользко, однако. Ну ничего, потихоньку дойдем. Проруб...
Зарубал я лунку, сейчас буду ставить соволку, такая где-то метр с полотна, ничья 30-ка. Сейчас мы ее поставим сюда. Четвертая уже стоит, сейчас будем отправляться ставить пятую. Пятую, я думаю, там поставить, перегородить. Посмотрим, там как раз вот камыши, может что-то и получится. Сейчас буду ставить пятую соволку. Вот такая у нас вот соволочка, 35-ка, низкая. Будем ставить в камышах ее. Сейчас вот так вот ее поставим. И, может быть, что-то и поймаем. Пятая соволка уже стоит. Я буду сейчас уже идти домой. Где-то буду через 4-5 дней проверять соволки. Для вас это секундное мгновение. Для меня это пройдут 5 дней. Вот прошли 7 дней, я приехал проверять соволки. Вот пятая соволка, сейчас я прорубаю лед, проверим ее. Потом четвертая, там третья, вторая, первая, поедем проверять соволки. За работу! Сейчас буду проверять пятую соволку. Сейчас буду проверять четвертую соволку. Это с полотна сделано. Но в нее вряд ли что-то поймается. Всякое может быть. Офигеть, щука есть! Офигеть! Смотрите, грамм на 400, наверное, поймалось. Вот. Сравнивать с бардачком даже. То есть хорошенькая такая щупачка. Проверяю третью соволку. Эту щучку я отпущу и загадаю желание, чтобы на этом канале Юный Браконьер было 1000 подписчиков. А там и до миллиона, может быть, дойдем. Оп! Давай, щучка, плыви, исполняй наше желание. Все. Ну, хоть что-то поймали в эту соволку. Лучше что-то, чем ничего, как говорится. Здесь хоть, наверное, лед хоть не тонкий, чтобы не провалиться. Вон там вода что-то промывается. Ладно, сейчас поедем сюда. Ну, скользко, однако, все равно, блин. Потихоньку доедем. Так, вот вторая наша соволка. А вот первая.
Сейчас пробиваем лунки и проверяем. Сейчас буду проверять первую соволку, которую я ставил. Пусто, нету ничего. Сейчас буду проверять вторую соволку. Последняя соволка. Решающая. Ну что, получается у нас результат две щуки только. И одну я отпустил. По факту одна щука домой несется. Как говорится, домой не с пустыми руками пойду. Точнее, поеду. Вот видео подошло к концу. Вы были на моем канале Юный Браконьер. Кому было интересно это видео, делитесь со своими друзьями. Пишите комментарии, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока, с вами я был Юный Браконьер.